Староосольский кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, выиграл президентский грант в размере 1,5 миллиона рублей. Средства пойдут на создание ресурсной школы для руководителей некоммерческих организаций. На радость местным жителям в селе Богородском Новоосольского района осветили купель родника «Панские ключи». Благоустроена святыня была силами местных жителей. Зимой каток, летом футбольное поле. В регионе продолжают открываться многофункциональные спортивные площадки в рамках социального проекта национальной корпорации. Теперь она появилась и в селе Гора Подол Краеворонского района.